Один? Хорошо, я поухаживала за тобой. Не получилось у меня ухаживание, господи. Так а что, я же не такая большая. В эфире? А это уже съемка. Разминка, да? Гимнастика или как ее там? Это Анастасия Попова, я за тебя скажу. Анастасия Попова, и с вами сегодня Пилатес. Ладно, короче, если вы сегодня первый раз, то нужно сделать Пилатес и потом прийти в начало плейлиста и начать с самого начала, потому что дальше вам будет сложно. А сегодня в это воскресенье, кстати, ты выходишь по воскресенью. Mm-hmm. Ты тренер, воскресный тренер. Это очень хорошо. Вот, в это воскресенье можете поделать пилатес. Почему ты делишь эти слова? На пи и латес? Да. Можно вообще на три разделить. Пилатес. Я не удивлюсь, если сегодня это разделить. Так, все, я пошла плавать, а ты делай. Дверь немножко прикрою, я стесняюсь. А, понятно. Давай, я постою. Тебе надо будет на палку закрыться, потому что ты там сломали дверь. Да я не шучу, Настя, смотри. А, вот да. Ну что. Короче, я сейчас уйду, а ты закроешься вот на эту палку. Я сегодня снимала, я так на палку закрылась. Вот. Так, всем пока, это ваш любимый тренер Катечка. Я пойду поплаваю, а потом к тебе приду. Ты уже два пилатеса должна к этому времени записать. Один, мне сегодня нет, когда два писать. Два, один. Не меньше? Катя, один, завтра ну, второй. Ладно. Я не могу сегодня два. Пожалуйста, вдруг появится вдохновение, запиши два. Хорошо. Нет. Если что, я тебя не пущу. Давай я тебя с этой стороны закрою, чтобы ты не могла выйти. Это очень забавно. Правда, я думаю, что это нам не поможет. Все равно, кому надо, кто-то ворвется и помешает нам писать пилатес. Ну, мы попробуем. Всем привет, меня зовут Анастасия Попова. Небольшая вводная часть прошла. Начинаем мы с разминки. Встаем, стопы у нас на ширине таза. Делаем глубокий вдох, потянулись. И глубокий выдох. Еще вдох. Выдох. Давай еще раз. Вдох, наполни свои легкие воздухом. И выдох кислородом. Угу. А, сделали круг плечами назад, раскрыли грудную клетку, посмотрели себе за плечо. За плечо. Я опять перепутала право-лево, да? Ну, ничего страшного. Все равно нужно сделать на две стороны, как ни крути. И наклон головы. Вот теперь вправо, а вот теперь влево. Еще по одному. Хорошо. Посмотри вверх. И удлини заднюю часть шеи. Наклони подбородок вперед. Еще вдох и выдох. Круг головой в одну сторону. И круг головой в другую сторону. Дыши. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Плечи. Раскройся, расправь плечи. Еще. Хороший круг рисуй. Давай еще 4. 3. 2. 1 и в обратную сторону. Закрываемся. Еще 4. 3. 2. 1. Раскройся, сделай глубокий вдох. Большими пальцами потянись назад, ладони раскрой к потолку. Выдох. Округлись, оттолкнись. Еще вдох. Выдох. Два раза. Прогнулись, округлились. Прогнулись, округлились. Делай вдох и сбрасывай. Хорошо. Наклон вправо. Таз оставляй на месте. Наклоняйся чуть ниже плечами. Вот сюда. Отлично. Еще давай. Мало, два. Давай еще. Еще 4. Достаю до висюлек. Еще 3. Два раза. И еще 1. Хорошо. Сцепляй руки сзади. Вместе. И наклон у нас вперед. Вперед вдох и вверх выдох. Колени у нас расслаблены. Спина прямая. Тянись копчиком в потолок. Выдох наверх, вдох вниз. Давай еще 4 раза сделаем. 4. Еще 3. 2. 1.
Хорошо. Раскрывайся, вдох. Закрывайся, выдох. И у нас приседания. 8. Угу. Давай еще. 7. Бедро до параллели с полом. 6. 5. Колени. Следи за параллельностью коленей. Угу. Давай еще 2. Еще 1. И встаем, поднимаем ногу. Угу. Еще вниз вдох, вверх выдох, левая нога. Давай еще. Вот сюда. Угу. Вот сюда. Хорошо, стоять. Напоминаю, чем мягче поверхность, тем сложнее держать баланс. Угу. Давай еще. Хорошо, раскрывайся. И колено в сторону, вперед. Приседание. Вдох, меняй, левая. В сторону, вперед. Вниз, вверх, в сторону, вперед. Время-то я не засекла. Ага. Хорошо. Еще. Еще один раз у нас. Еще один. Не сдавайся, давай вдох. Выдох. В сторону. Вперед. Делаем вдох. Намасте, выдох. С круглой спиной опускаемся вниз. Позвонок за позвонком. Возьми себя за локти. Расслабь поясницу, шею, руки, плечи. Покачайся из стороны в сторону. Подыши. Глубокий вдох, глубокий выдох. Хорошо. Останавливаемся в центре. Руки расцепляем. Стопами толкаемся от пола. Колени расслаблены. Ставим таз. И на таз составляем по одному позвонку. Делай вдох. Выдох. Еще один вдох. И выдох. Хорошо. Ставь стопы широко. Пятки, большие пальцы снова у нас параллельны друг другу. Сгибай правое колено. И выходи наверх. Толкайся наверх ногами. Угу. У нас таз уходит назад, спина прямая. Угу. Мы не уходим вот сюда вперед в колено. Угу. Наоборот, таз назад, без рук. Не нужно опираться и вкладывать все свои надежды в руки. Вот прям без рук. Угу. Давай еще 3. Еще 2. Еще 1. И сгибай правое колено, останься здесь. Угу. Потянись левой рукой за внешний край стопы. Поменяй внешний край стопы, правая рука, левая на колено. Ага, давай еще сюда, сюда. Меняй. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще меняй. Меняй. Угу. Давай два раза. Вот сюда. Хорошо. Остались здесь. Положи ладонь на пол и разверни стопы параллельно друг другу. Пятка у нас находится под коленом, колено под прямым углом и таз вниз. Разворот, стопы параллельны, меняй. Поставь правую руку, развернись, опусти таз вниз. Сохраняем прямые углы. Ага, давай еще 4 раза сделаем и все. Вот сюда. Вниз, разворот, поменяй. Вниз, вниз. 2 раза. Поменяй. Вниз. Хорошо. Еще 1. Меняй. Вниз. Отлично. Ставим стопы параллельно друг другу. Колени у нас прямые. Ушли ладонями вперед и толкнули назад таз. Подыши. Выпрями спину. Еще 4. 3, 2, 1. Аккуратно уходим в центр ладонями. Собираем к центру стопы. И вырастаем с круглой спиной. Дыши, делай глубокий вдох и глубокий выдох. Еще вдох. Выдох. Еще 1. Хорошо. Поставь пятку, правую пятку и потянись к ней. Спина у нас прямая, покажу боком. Ставь левую пятку и потянись к стопе с прямой спиной. Меняй, правая. Поменяли, левая. Копчиком тянись в потолок, небольшой прогиб в пояснице. Угу. Еще 1. Хорошо. Отходим на край коврика.
Будем шагать вперед. Позвонок за позвонком. Roll down. Опускаемся вниз. Стекаем. Ставим на пол ладони и шагаем вперед в планочку. Шагнули. Ладони поставили под плечи. Копчик направили в пол. Сжали вместе ягодицы. Живот сильный. Стоим, дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Спина прямая. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Толкайся в собаку мордой вниз. Потянись пятками в пол. Колени нужно слегка подсогнуть. Мне нужна от вас прямая спина. Поэтому не стоит тянуться коленями, если спина у нас круглая. Выпрямляем спину, колени подсгибаем. Хорошо. Возвращаемся в планку. Угу. Планка. Собака. Еще. Планка. Собака. Давай два раза. Планка. Собака. Еще один. Ага. Собака. Хорошо. Идем в планку. И руками. И возвращаемся к стопам. Шагаем. Поставили пятки. Вырастаем с круглой спиной. Колени расслаблены. Делаем вдох. Делаем выдох. Еще один вдох. Выдох. Угу. И еще раз. Хорошо. Снова делаем roll down и шагаем в планочку. Нашу с вами любимую. Опускаемся ниже. И пошли. Встаем в планку. Отстраиваемся. Копчик. Спина. Угу. Живот. Все сильное. Все сжато. Ладони под плечами. Делаем собаку мордой вниз. Правую ногу поднимаем вверх. Угу. Согни ногу в колени и потянись к правому локтю. Вот сюда. Уйди собаку мордой вниз и поставь ногу. Хорошо? Вернись в планку. Сделаем то же самое с левой ногой. Поехали. Вверх копчиком. Подняли ногу левую, нашли у себя, да? Согнули ногу в колени, потянули к левому локтю. Выдох. Угу. Делаем вдох и ставим ногу снова на пол, на ширину таза. Вернись в планку. Хорошо. А теперь сделаем колено, потянем к правому локтю, к левому локтю и к правому. Три счета у нас будет. Угу. Поехали. Наверх. Правая нога. Согнули в колени. Тянемся к правому локтю, к левому локтю, к правому локтю. Собака. Поставили стопу. Угу. Левая нога наверх. Согни в колени. Потянись левый локоть, правый локоть. Левый локоть. Собака. Поставь. И планочка. Чуть-чуть осталось. По одному разу сделаем и все. Ладони под плечами. Таз у нас. Копчик. Все, проверили. Угу. Вернулись в планку. И давай, поехали. Собака морда вниз, правая нога вверх. Согнули в колени. Поехали. Правый локоть, левый локоть, правый локоть. И вернулись в собаку. Нашли у себя левую ногу. Угу. Согнули в колени. Тянись. Левый локоть, правый локоть, левый локоть. Собака. Хорошо. Отталкиваемся от пола. Спина прямая. Копчиком тянемся в потолок. Колени можно подсогнуть. У кого получается поставить пятки, это прекрасно. У кого не получается, стремимся к этому. И пока подсгибаем колени. Дышим глубокий вдох, глубокий выдох. Вырастаем. Ставим колени. Уходим назад. К нам ломится Лена. Делаем пока с вами волну. Что случилось? Что-то закрылось. Потому что дверь открывается. Не надо. Ладно, закрывай все. Так. Ну что? Волну. Волна. Таз у нас на пятках. Руки впереди с круглой спиной. Вырастаем. Вот сюда. Открываемся. Угу. Руками отталкиваем пол от себя, чтобы плечи у нас опустились вниз и не зажимали вот сюда шею. Тянемся вперед макушкой, не носом. Задняя часть шеи свободно себя чувствует, не напряжена.
Давай, делаем кивок головой, округляем спину и таз кладем на пятки. Вот сюда. Давай еще два раза и все. С круглой спиной раскрываемся. Сначала таз кладем, потом начинаем раскрываться вот здесь наверху. Угу. Отстроили линии, делаем вдох, на выдохе кивок головой. Округлили спину, увели таз на пятки. И последний раз. Давай. Круглая, круглая, круглая. Раскрылись. Кивок головой. Округлились. И таз у нас на пятках. Отлично. Встаем в положение квадрат. Руки у нас под ладони, под плечами. Колени под тазобедренными суставами. Стопы у нас стоят на полупальцах. Делаем вдох. На выдохе тянемся правой стопой назад. Угу. Возвращаемся. Поставили колено. Потянулись левой стопой назад. Вернулись. Напоминаю, в этом упражнении нам что важно? Нам важно, чтобы была поясница у нас прямая. Копчиком мы тянемся в пол. Ладонями отталкиваемся от пола. У нас не круглая спина, а просто прямая от макушки до копчика. Поэтому копчик направляем в пол и слегка такое легкое выталкивающее движение ладонями. Еще раз. Правая стопа у нас тянется назад. Наши подвздошные ости, наши 3-9, они не качаются из стороны в сторону. Угу. Здесь у нас прямая линия. Представьте, что ниточка натянута, и у вас две подвздошные ости должны оставаться на этой ниточке, когда вы начинаете шевелиться. Угу. Давайте еще правая. Вернули. Левая. Вернули. Угу. Добавляй. Правая стопа у нас идет назад. Добавляй левую руку. Вот сюда. Вернись. Угу. А правая рука, левая нога. Вот сюда. Сохраняй спину прямой. Смотри себе между ладонями. Не задирай голову. Угу. Давай. Еще. Кому очень легко в этом упражнении, вот сюда нога у нас идет в параллель с полом. Хорошо, шея свободная. Убираем плечи от ушей, вытягиваем заднюю часть шеи. Угу. Потянулись, вернулись. Не торопись, сделай микропаузу наверху. Микропауза. Угу. У кого нога осталась на полу, осталась на полу. Я не настаиваю. Угу. Давайте выбирайте уровень, комфортный для вас. Нет ничего страшного, если у кого-то получается, там что-то не получается, или там что-то там, не знаю, не тянется. Ничего страшного. Фитнес – это такое дело, когда количество перерастает в качество. Поэтому, если что-то не получается, наоборот, делаем именно это. Угу. Хорошо. Сбросили напряжение с запястья. Можно вывернуть в обратную сторону. И посбрасываем. Хорошо. Чуть-чуть. Немножко добавим. Возвращаем ладони у нас под плечами, колени под тазобедренными. Стопы стоят. Давай, правая назад, левая вперед. Угу. А теперь отводим в сторону руку-ногу. Сохраняем подвздошные ости на одной линии. Угу. Вернулись. У кого нога в параллели с полом? Даже легче получается. В сторону. Вперед. Вернули. Хорошо. Еще. Потянулись вперед, параллельно полу. Отвели в сторону. Угу. Не качаемся, не шатаемся. Вернули. Еще. У кого стопа на полу? Пожалуйста, на полу. Хорошо. Вернули. Следим за нашими 3-9. Давайте еще два раза. Угу. Следим за нашими 3-9. Так, у кого где нога? Я и так делаю. Хорошо. Давай еще один. Сюда. В сторону держись. Вперед. Вернись. Хорошо. Сбросили напряжение с запястья. Вывернули в обратную сторону. И давайте сделаем еще две волны, чтобы разгрузить нашу поясницу. Может быть, у кого-то она слишком затекла. Слишком сосредотачивались, да? Угу. Делаем вдох на выдохе. Кивок. Круглая спина. Таз на пятки. Хорошо. Последний раз. Давай. Вот сюда. Раскрылись. Закрылись. И ушли назад. Отлично. Садимся.
стопы у нас стоят. Можно положить ноги при условии, что у вас сохраняется прямая спина. Если спина начинает округляться, поставьте стопы. Не мучайте себя. Нам нужна именно спина, не ваша растяжка. Напоминаю, да? Руками. Roll up, roll down. Будем ложиться назад, поэтому проследите, чтобы коврик у вас оказался под головой. Потянулись вперед. Делаем вдох на выдохе. Округляемся. Плечи вниз убери. Ага, вытягивай заднюю часть шеи. Держи себя животом. Держи. И начинаем раскрываться позвонок за позвонком. Раскрыли, сделали вдох. На выдохе руки перед собой. Округляемся. Вырастаем. Потянулись вперед. Что делать тем, кто не может подняться и у кого вот такие движения? Что мы делаем? Плечи опускаем вниз. Также вперед потянулись. Делаем вдох и на выдохе откатились назад до того угла, пока вас сможет держать ваш пресс. Угу. И вернулись назад. Что нам нужно делать? У кого получается, пока делаем. Я пока рассказываю, вы делаете. Угу. Легли, поднялись. Вдох, выдох. Угу. У кого не хватает подвижности, вот как раз в позвоночнике, чтобы сделать полное раскрытие вот здесь, да? Угу. Полное закрытие. Кто остается у нас наверху? Откатывается назад. Угу. Стараемся округлять как раз поясницу и потянуться вперед. Что нам здесь важно? Чтобы мы продолжаем делать. Я рассказываю, иначе я сейчас начну собирать, что попало. У нас таз вот сейчас вертикальный. Мы потянулись вперед, округлили грудной отдел. То есть у нас от поясницы до макушки русская буква S получилась, да, вот скобочка такая, угу. Круглая, красивая. И что мы делаем, когда откатываемся назад? Вы стараетесь вот поясницей работать, то есть сохранять вот этот вот, вот эту скобочку, вот эту русскую букву S, и вот сюда постараться вытянуться. Когда вы вытянулись, выпрямили спину, уходите назад вперед, вперед туда, потянулись руками, угу. Позвонок за позвонком, вы снова округляетесь. То есть здесь нам нужен не только пресс, но и работа с позвоночником. Это нам помогает подвижность, лечь, встать нам помогает не только пресс, но и подвижность позвоночника. Давайте последний раз вместе со мной. Угу. И все ложимся, все вместе. Вот у нас спина круглая. Мы опускаем поясницу на пол и начинаем позвонок за позвонком раскрываться. Угу. Хорошо, опустили руки вдоль корпуса на пол. Ноги у нас тейбл-топ, положение тейбл-топ. Положите лопатки на коврик. Делаем вдох и на выдохе. Давайте, наверное, сначала подышим, чтобы понять, что нам нужно делать с животом. Кладем руки на ребра. Стопы можно поставить, расслабьтесь. Не обязательно держать их на весу. Делаем вдох и надуваемся. Легкие надувают у нас. Ребра у нас легкие надуваются, ребра раскрываются. Делаем вдох. Делаем выдох и начинаем сдуваться. Сдуваемся мы как? Животом, пупком. Пупок мы направляем в пол. Угу. И стараемся сделать живот плоским. Еще надули, сделали вдох. Прям надулись. Угу. Я разговариваю, поэтому очень сложно делать то, что я говорю. Вы стараетесь это делать. Делаем вдох. Надулись и на выдохе пупок направляем в пол и животом вот прям под ребра старайтесь живот увести. Угу. Еще вдох, выдох, сдуваем живот вниз и выдавливаем. Угу. Еще вдох и выдох. Вот это дыхание мне сейчас от вас нужно. Угу. Ноги, тейбл-топ, прямой угол колена, прямой угол бедро. Если вам, опять же, некомфортно, начинаете переразгибаться и поясница чересчур прогибается. Вот здесь чуть-чуть колени поближе к себе, к груди. Но голень сохраняйте параллельно полу. Угу. Так, что мы делаем? Ладони ставим на бедра, делаем вдох. На выдохе мы давим на бедра ладонями, бедрами сопротивляемся и тянемся головой к коленям.
Угу. Животом тянемся вниз, пупком в пол. Еще раз крылья сделали вдох и потянулись на выдохе. Выдох. Надавили ладонями, коленями друг на друга. Угу. Еще вдох, выдох. Хорошо. Старайтесь округляться. Не перенапрягайте. Если шея перенапрягается, угу. Плечи опускаем вниз, шею расслабляем. Если шея сильно перенапрягается, это неправильно. Угу. Делаем вдох, еще. Выдох, надавили, надавили, надавили. Угу. Два раза. Вдох, выдох. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще один. Отлично. Подтянули колени к груди и просто расслабились, покачались, подышали. А я пока расскажу, что мы будем делать дальше. Вот вы давим на ладонями. Угу. И правая рука, правая нога у нас выпрямляются, тянутся за голову. Делаем вдох и на выдохе возвращаем обратно. Расслабляемся. Угу. То есть мы сначала поднимаем голову, вытягиваем руку-ногу, возвращаем, расслабляемся. Угу. Давайте вместе со мной делаем вдох, вот сюда выдох. Делаем вдох, потянулись, выдох, хорошо, и расслабились, сделали вдох, поехали, выдох, левая рука, левая нога, вдох, выдох, диагональка, ага, ой, диагональка, правая нога, правая рука, левая нога, левая рука, угу. У нас симметрия получается, да, угу. Делаем вдох, поехали, выдох, правая, правая, вернулись, расслабились. Хорошо. Еще надавили. Левая, левая. Вдох. Ага. Выдох. Хорошо. Расслабились. Еще два раза сделаем. Надавили. Право, право. Вернулись. Расслабились. Хорошо. Еще. Надавили. Лево, лево. Правая продолжает давить на бедро. Ага. Вернулись, расслабились. Хорошо, покачались. А вот теперь у нас будет диагональ. Правая рука, левая нога. Угу. Хорошо, покачались, покачались. Когда ногу, руку мы выпрямляем, вот эта на рука, которая осталась на бедре, она продолжает давить на бедро. Давление сохраняем. Итак, поехали. Делаем вдох. Потянулись, выдох, право-лево. Не получится, да? Давай. Так, угу. Перемести ладонь, угу. И вернись. Перемещаем ладонь. Немножко напутал. Ага, давай, поехали. Надавили, угу. Перемести, делай вдох, угу. Выдох, хорошо. Опустились вниз. Давай еще 4 раза. Надавили, угу. Поменяли. Вернули, угу. И расслабились. Еще 3. Надавили. Угу. Поменяли. Вернули. И расслабились. 2 раза осталось. Поехали. Угу. Право-лево. Вот сюда. Вернулись. Угу. Расслабились. И последний раз. Надавили. Поменяй. Угу. Хорошо, поменяй. И расслабься. Покачайся из стороны в стороны. Подыши. Глубокий вдох и глубокий выдох. Что? Кладем ноги на пол. Руки у нас на полу. Ладони смотрят вниз. Правая нога у нас наверху прямая. Мы сейчас будем делать мелкие круги. Прям мелкие, 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 мелкие. Вот на потолке нарисовали себе малюсенький круг. И вокруг него стараемся делать круги. Мелкие и очень-очень быстрые. Я считаю до 10. Поехали. 10. 9. Рисую, рисую, рисую. Мелко, мелко, мелко. 8. Еще мельче, мельче. Быстрее, быстрее, быстрее. 7. Еще 6. 5. 4. 3. 2. 1. В другую сторону. 10. Давай, давай, давай. 9. Давай, я буду считать. 8, неудобно. 7. Ага. Рисую, рисую, рисую. 6. Еще, еще, еще. Мельче, 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 мельче. Быстрее, быстрее, быстрее. 4. 3. 2. 1. Подтянули колено к груди. Расслабились. Подышали. Неудобно говорить.
и делать. Мои слова расходятся с делами. Ага. Давай еще. И теперь левая нога у нас. Правая у нас прямая, поменяли ногу. Левая у нас наверху. Мелкие, 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 быстрые круги в одну сторону и в другую сторону. Давай, я считаю 10, 9, 8. Мелко, 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 быстро, быстро, быстро. Еще 6, 5, 4, 3, быстрее, 2, 1. В другую сторону. 10, 9, быстрее, 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 мельче, 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 мельче. 6, 5, 4, 3, 2, умничка, молодец. Подтягивай колени к груди. Подыши, покачайся. Глубокий вдох и глубокий выдох. Переворачиваемся на правый бок. И встаем на локоть. Локоть у нас находится под плечом. Нижнее колено у нас согнуто. Здесь прямая линия. Не проваливаемся в плече, выталкиваем себя наверх. Левая, да? Левая рука у нас за головой. Давай чуть-чуть сдвинусь немножко, чтобы стопа оказалась на коврике, чтобы далеко не уехать. Угу. Делаем вдох на выдохе. Поднимаем таз с ногой вместе. Угу. Опустились вниз. Должно быть комфортно вот здесь в плече. Не стоим далеко. Угу. Давай вместе вдох и наверх. Выдох. 7. Угу. Раскрой грудную клетку. Локоть и не в потолок. Хорошо. Давай еще 5. Выдох. Вдох. Еще 4. Выдох. Вдох. Еще 3. Выдох. Вдох. Угу. 2 раза. Хорошо. Еще 1. Умничка. Молодец. Сейчас мы немножко поменяем. Можно сбросить напряжение с локтя, да, я пока рассказываю. Немножко поменяем. Стопа у нас будет оставаться на полу. Мы поднимаем таз. И опора у нас на верхнюю стопу. Что мы делаем? Локоть и колено тянем друг к другу. Вот сюда. Угу. Положили, вернулись, расслабились. Угу. Сделаем вместе. Давай. Локоть за головой. Делаем вдох на выдохе. Наверх. Оставь стопу на полу. Угу. Опирайся на нее. И тяни локоть колено. Выдох. Вдох. Хорошо. Легли, расслабились. Еще. Не проваливайся вот сюда. Спина прямая. Давай сделаем еще. Сколько мы сделали? Один раз. Один раз. Вот сюда. 7. И легли. Вдох. Наверх. Выдох. Делай вдох. И вот сюда. Выдох. Хорошо. Давай еще всего 5 раз осталось. Ага. 5. Умничка. Давай еще. Угу. Наверх. Скрутка. Хорошо. Вниз. Всего 3 раза. Я тоже устала. Давай. Выдох. Вдох. Расслабились. Всего 2. Тяни. Угу. Хорошо. И последний. Вот сюда. Отлично. Напомните мне, чтобы мы не забыли сделать это на левую сторону. А пока ложимся на живот. Руки у нас впереди. Ноги лежат на полу. Здесь можно голову оставлять на полу. Можно, если вам некомфортно, чувствуете некомфортные какие-то в шее ощущения, можно скрутить полотенце несколько раз, подложить себе под голову. Можно просто держать вот голову здесь на весу, взгляд вот сюда вниз в коврик. Что мы делаем? Мы делаем вдох и на выдохе поднимаем руки наверх, опускаем вниз. Угу. Вдох и наверх, выдох, минимизируем разгибание позвоночника, мы минимизируем. То есть мы работаем только руками. Плечи убрали от ушей, вытянулись. Лопатки направляем к центру поясницы. Делаем вдох и наверх. Выдох, руки. Опустили. Вдох, наверх, выдох. Хорошо. Еще вдох, выдох. Угу. Давай еще 3. 3. Лопатки тяни к позвоночнику, к центру поясницы. Ага. Еще 2. И еще 1. Хорошо. Ладонь на ладонь, лоб положили на ладони. Работаем ногами. 2 ноги вверх. Выдох. Вниз, вдох. Колени прямые. Выдох. Стопы тянем от себя пятками вверх. Не косолапим. Давай еще. Выдох. Вдох. Еще. Выдох. Вдох. Давай еще 3. Хорошо. Еще 2. Угу. И последний раз вот сюда. Так, теперь снова вытягиваем руки.
И у нас добавляем разгибание позвоночника. То есть стараемся как можно выше подняться. Если совсем не получается, сейчас расскажу. Вот сюда, наверх. Угу. И вниз. Если совсем не получается, старайтесь вот разгибать просто позвоночник. Руки оставляйте на полу. Угу. Поехали наверх. Выдох. Вдох. Угу. Еще выдох. Чуть повыше. Без резких движений. Плавно вверх, плавно вниз. Угу. Давай еще 4 раза. 4. Вдох. Еще 3. Вдох. И 2 раза. Выдох. Вдох. Еще 1. Выдох. И вдох. Хорошо. Ладонь на ладонь. Лоб положили на ладони. Ноги приподняли над полом. Ноги параллельно полу. И не опускаем. И подкачиваем их вверх. 8. Выдох. 7. Выдох вверх. 6. 5. Угу. Давай еще 4. 3. 2. 1. Хорошо. Молодец. Что мы теперь делаем? Объединяем руки и ноги. Угу. Руки вперед. И ноги. У нас также мы не косолапим. Делаем вдох на выдохе. Наверх с разгибанием позвоночника. Вдох. Ага, наверх. Выдох. Хорошо. Еще вдох. Плавно. Выдох. Выше тянись. Плечи убери от ушей. Наверх. Угу. Шея свободная. Давай еще 4. Угу. 3. Хорошо. Еще 2. Наверх. Угу. Еще 1. Выдох. И вдох. Положи ладонь на ладонь, лоб положи на ладони. Расслабься немножко, я чуть-чуть расскажу. Что мы будем делать? Мы приподнимем и руки, и ноги. И будем диагонально. Рука-нога поднимать вверх по одному. В смысле, одна рука, одна нога. А рука и нога вместе. Ну, понятно, да? Диагонально. Хорошо. Что мы делаем? Подъем наверх и поехали. Правая рука, левая нога. Выдох, вдох, меняй. Выдох, вдох. Еще 6. Умничка. 5. Угу. Плечи. 4. Убери от ушей. 3. 2. 1. Хорошо. Все. 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 Убираем таз на пятки. И отдыхаем. Дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Расслабь поясницу, расслабь шею, руки, плечи, просто подыши. Глубокий вдох, глубокий выдох, дыши, дыши. Угу. Еще 4. Еще 3. 2. 1. И ложимся на левый бок. Не забыла, не забыла. Ложимся на левый бок. На левый локоть. Сначала у нас подъем таза и ноги вместе. Потом мы поднимаем только таз и скручиваемся локоть, колено. Стараемся вместе соединить. Здесь у нас ровно прямой угол, 90 градусов. Рука за головой. Здесь прямая линия. Делаем вдох. И на выдохе поднимаемся наверх. Опора на колено. Давай вдох. Наверх выдох. Угу. Вдох. Выдох. Еще. 6. Угу. 5. Локоть тяни в потолок. Шея свободная. 4. 3. 2. Хорошо. 1. Отлично. Можно сбросить напряжение. Сейчас нам предстоит сложное упражнение. И напоминаю. Локоть, колено. Угу. Стоим на верхней стопе. 8 раз. 8. Всего 8. Давай. Вот мы вытянулись. Опора на верхнюю стопу. Давай делаем вдох. Наверх. Выдох. Подняли таз. Делай вдох. И вот сюда. Выдох. Хорошо. Раскрылись. Легли. Опустились. У нас получается 4 счета, да? Вот у нас 4. 3. 2. И мы легли 1. Давай еще. 4. 3. 2. 1. 4. 3, 2, 1. 4 раза. Давай еще. Вверх. Скрутка. Вниз. Вниз. Угу.
Три раза всего, всего три. Ты молодец, хорошо, отлично. Не проваливайся, вот сюда вытянись. Наверх, наверх, вниз, вниз. Последний раз давай. Угу, тяни. Хорошо, отлично. Ложимся на спину. Стопы стоят на ширине таза. На какое расстояние у нас между ягодицами и пяткой? Вот, можно поставить колено, вытянуть одну ногу, поставить стопу к колено и отвести стопу на линию тазобедренного сустава. Поставить вторую, колени параллельны, стопы параллельны. Все, хочу вам дать какой-нибудь пилатес, например, с блоками, да? Чтобы вы купили там или в клубе нашли блоки для йоги. Или с мячиком. Есть такая возможность у вас, нет? Напишите, правда. Хотите ли вы такую тренировку? Потому что у меня мысли гуляют, а отзывов я не получаю. Давайте. Ладони у нас лежат на полу. Просто понятно, что без всего там у кого-то, у многих, возможно, коврик есть. Да, остальное оборудование вряд ли у кого-то есть дома. И вот где вы занимаетесь? В клубе, дома? Есть ли у вас возможность приобрести это оборудование? Нет возможности. Любое, вообще ничего не рекламирую, в любом магазине. Ладони мы кладем. Расправляем ладонями покрывало. Стопы настоят на ширине таза. Мы делаем вдох на выдохе. Разворачиваем ладони к себе и тянемся к стопам. Вон туда взгляд, смотрим себе на колени. Вернулись, расслабились, ладони положили. Коса мне мешает определенно сегодня. Делаем вдох на выдохе. Потянулись, выдох. Вспоминаем, да, про живот. Живот вниз. Еще вдох. Выдох, потянулись. Угу. Вдох. Выдох, сдуваем живот. Угу. Вдох. Выдох. Еще два раза. И еще один. И вот сюда. Хорошо, отлично. А теперь ладони у нас лежат. Подкручиваем. Вспоминаем наши 6, 12, 9, 3. Наши тазовые часы. Напоминаю для тех, кто первый раз. Живот. Представьте, что живот — это циферблат. Можете нарисовать циферблат у себя на потолке. Пупок смотрит на 12, лобковая кость на 6. Подвздошные ости, вот эти наши выступающие, которые я в положении квадрат просила вас выравнивать на одну линию. Это 3 и 9. 3 справа, 9 слева. Что мы делаем? Мы шестерку должны поднять наверх. Для этого поясницу мы прижимаем к полу. Все. Не надо поднимать таз. Поясницу мы прижали к полу. И этой шестеркой, лобковой костью, мы тянемся вот сюда к коленям. Стопами давим в пол. За коленями вытягиваемся. Позвонок за позвонком поднимаемся. Стопами в пол надавили. Поясница, гамак провисает. Вы расправляете ладонями покрывало. Я просто показываю, поэтому у меня руки туда-сюда ходят. Угу. Лобковая кость тянется за коленями. Простроили прямую линию. Колени. 3-9. Плечо. Стопы дают в пол. Напрягаем ягодицы. Напрягаем заднюю поверхность бедра. Делаем вдох на выдохе. Держим шестерку. Держим, 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 держим. Пока не уложим все позвонки. Вот вам подвижность в позвоночнике, которая не дает вам подняться вон туда в ролл-ап. Ага. Давайте еще. Делаем вдох. На выдохе стопами давим в пол. Ладони расправляют покрывало. Позвонок за позвонком. Поднялись. Наверху вдох. И на выдохе опускаемся вниз. Позвонок за позвонком. Держи таз до последнего наверху, пока все позвонки не уложишь. Ага. Давай еще. Наверх. Угу. Вдох и вниз. Выдох. Очень хорошее упражнение. Тут работают ноги. И при этом поясница включается в работу. Очень хорошая разработка мобильности, подвижности позвонков друг относительно друга. Угу. Еще. Круглая, круглая, круглая спина. Прям по одному позвонку. Называется артикуляция позвоночника. Когда вы работаете позвоночником, вот прям по одному позвонку. Два раза сделаем еще. Наверх вдох и наверх выдох. Угу. Давим стопами в пол, делаем вдох и вниз, выдох. Еще один. Делаем вдох, наверх, выдох. Угу. Наверху вдох и вниз, выдох. Хорошо. А теперь объединяем.
Делаем вдох на выдохе. Тянемся ладонями к стопам. Делаем вдох, ложимся. И на выдохе позвонок за позвонком поднимаем наверх. Ага. Вдох, вниз, выдох. Внизу вдох, потянулись к стопам, выдох, смотри на колени. Легли, вдох, таз наверх, выдох. Угу. Еще вниз. Тянись к стопам, вот сюда, сдувай живот. Угу. Вниз, поднимай таз. Хорошо, вниз, тянись к стопам. Вниз, поднимай таз. Угу. Еще по одному. Вниз. Тянись к стопам. Хорошо. Вниз. И поднимай таз. Что у нас со временем? А мы же должны уже заканчивать. Угу. Так, хорошо. Что мы теперь делаем? Делаем вдох и на выдохе три пружины. И мы тянемся к стопам. Вдох, выдох, выдох, выдох. Угу. Давай. Вдох, выдох, выдох, выдох. Сокращай живот вот прям вниз, вниз, вниз. Давай еще вдох, выдох, выдох, выдох. Угу. Давай еще выдох, выдох, выдох. Четыре раза. Четыре. Угу. Еще три. Угу. Еще два. Хорошо. Последний. Отлично. А теперь мы будем поднимать таз и наверху делать пружинку вверх таза. Угу. Давай делаем вдох. Три пружинки. Ага. Делаем вдох, наверх, выдох. И пружинка вверх. Три, два, один. Вдох, на выдохе опускаемся вниз. Давай вдох, наверх, выдох. И наверх. Хорошо. Давай еще вниз. Угу. Наверх. Артикулируй позвоночником. Делай вдох и наверх. Выдох. Выдох, выдох. Стопы прям давят в пол. Давят, давят, давят. Давай еще вдох. Наверх. Выдох, выдох, выдох. Хорошо. Позвонок за позвонком опустились вниз. Еще вдох. Наверх. Выдох, выдох, выдох. Давай еще три раза сделаем и все. Ну как все? И дальше пойдем. Ага, хорошо. Сколько раз осталось? Давай два. Давай два. Наверх, выдох, выдох, выдох. Хорошо. И последний раз. И наверх. Выдох, выдох, выдох. Хорошо. Давай объединять. Три пружины сюда, вот сюда к стопам. Угу. И три пружины наверху. Давай. Вдох, выдох, выдох, выдох. Делаем вдох. На выдохе подняли таз наверх. Наверху сделали вдох и вверх. Выдох, выдох, выдох. Вдох, на выдохе опускаемся вниз. Вдох, три пружины. Выдох, выдох, выдох. Вдох, таз наверх. Выдох, вдох и наверх. Выдох, выдох, выдох. Вдох, на выдохе вниз. Делаем вдох, потянулись. Выдох, выдох, выдох. Угу. Давай еще наверх. И три пружины вверх. Выдох, выдох, выдох. Хорошо, вниз. Вдох, тянись, выдох, выдох, последний раз делаем. Ага. И наверх, вдох, таз наверх, вдох, подкачивай вверх, выдох, выдох, выдох. Хорошо, делай вдох, опускайся вниз, позвонок за позвонком. Обнимай колени, покачайся из стороны в стороны, подыши, глубокий вдох, глубокий выдох. Возьми себя под колени, колени подтяни к груди и потянись за ногами вот сюда. Хорошо, расслабились, делаем вдох, потянулись, шею расслабь, плечи вниз тяни. Угу. Еще один вдох, потянулись, выдох. На следующий раз толкни себя ногами, толкайся ногами, выходи наверх. Хорошо, угу. Немножко потянемся, ноги в крест. Кому некомфортно ноги в крест, можно вытянуть прямые, можно поставить стопы, если не получается держать спину прямо. Положили ладонь на колени, потянулись лопатками назад. Угу, хорошо. Постарались посадить ягодицы на пол. Угу, и пошагали вперед с прямой спиной.
Сюда, 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 сюда. Так, не получается. Хорошо, просто поставили руки на колени. Вот сюда. И выпрямили спину. Угу. Еще, 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 еще. Ягодицами тянись в пол. Хорошо. Угу. Аккуратно. Шагаем назад, 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 назад. Назад, назад, назад. Угу. Возьмись левой рукой за правое колено. Правой рукой уведи себя назад. Отталкивайся от колена, от пола. Закручивай себя назад. Подбородок параллельно полу. Плечи вниз опусти. Спина прямая. Расслабь подбородок. Хорошо. Аккуратно возвращаемся. И меняем скрещение ног. Положили ладони на колени и потянулись лопатками назад, округлили спину. Хорошо, хорошо, сделай себе приятно. Дальше, у кого, кому сложно дотянуться до пола, руки на колени, просто выпрямили спину, толкни живот вперед. Кому можно уйти вперед, уходит вперед, ягодицами тянемся в пол, спина прямая. То есть, когда вы уходите вперед, все равно животом вы тянетесь в пол. Хорошо. Шагай назад, 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 назад. И берись правой рукой за левое колено. Левой рукой закручивай себя от пола назад. Плечи вниз, спина прямая, подбородок свободный. Хорошо. Дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Расслабились. Так, теперь ставим стопы. Сбоку покажу, да? Ставим стопы. Руки у нас сзади. Ладони направлены от себя. Угу. Не к себе, от себя. Подсаживайся тазом ближе к пяткам. Вот сюда. Угу. И грудью потянись вверх. Прогнись. В спине прогнись, потянись в потолок. Ага, хорошо. Давай. Аккуратно отсаживаемся назад. Угу. И возвращаемся вперед. Ноги снова можно положить в крест. Делаем глубокий вдох. Взяли себя в замок наверху. И потянулись от себя в выдох. Угу. Раскрывайся. Делай глубокий вдох. И сбрасывай выдох. Поменяй скрещение ног. Снова еще вдох. Замок наверху. Вывернули замок наизнанку. Угу. Толкни от себя в выдох. Округлись. Еще раскройся. Вдох. Угу. Прогнись грудью вперед. Протолкни себя. Ага. И сбрось выдох. Хорошо. И снова потянулись лопатками назад. И расслабились. Делаем глубокий-глубокий вдох. И сбрасываем выдох. И еще вдох-вдох-вдох. И сбросили выдох. И глубокий спокойный вдох. Можно сделать руки в намасте и просто себе похлопать. Вы большие-большие молодцы. До встречи в следующий раз на следующих пилатесах. Пока-пока. Пока.